Кисласа. А может мне купить? Бля. О-хо-хо! Хититская богомышь. Сколько здесь подарков. Мечта ребенка. Иди твою налево. Посмотрите. Доставлено оленями, блядь. Пипец. Вот он. Буду делать обзорчик на такой подарок. Капец, подарок, сколько, ё-моё. Другой вкус и цвет. Прикольный поваренок. Что мы сделаем? Олени какие-то странные. Полукрысы, полуолени. Ёлочка, нравится? А у меня пенсия 10 тысяч, последний хуй без соли доедаю. Ёлочка, нравится, блядь? Это сто пудов вот этот Дед Мороз говорит. Прикольно. Но все равно настроение прикольное. Столько игрушек всяких. А, кайф. Поехали теперь дальше. О, чувак, я тебе с утра позвоню, если буду халапеньо хавать. Окей? Сколько всего. У меня аж сердце замирает. Вот это нифига себе. Леденец. О, дракончик. Ёх, твою мать. О, тяжелый. В натуре целиковый леденец. Нормальный такой петушара. Офигеть, это все на елку можно вешать. Вкусная шоколадная, походу. Гляньте, какая красота. Какие пельмени, идти тоже. Опять ты здесь снеговик. В общем и целом, я только с Морозовым, чай горячий. Захотелось мне сыру. Блин, хорошего, дырявого, как в Том и Джерри. Колбаски. О, вот такой. Не скажу, сколько стоит. Потому что, да фигня, короче. И ценный подарок. С Новым годом, вот он, вот такой. Подарок, якитская богомышь. Счастливый, как никто, как дитё малое. Идё. Поехали тебе точить. Здорово, народ. Гляньте, что у меня есть. Подарок и колбаса. Кто будет всякую гадость писать, как отхерячу вот это вот. Елдой вот это. Блин. Он так пахнет прям шоколадными конфетами вот этими, знаете. Белочка с орешками. Вот этот Мишка косолапый. Вот. Блин, хоть бы здесь эти конфеты были. Я не стал смотреть содержание, но производство Москва. Красивый подарок. Красивая упаковка, мне нравится вообще. Доставлено оленями, блин. Деда Мороза. Северная почта. Блин, красиво. Мне нравится. Ёб твою налево. Горячий чай. Всем приятного аппетита. Сейчас мы аккуратненько, красивенько нарежем. Да ну нафиг. Варено-копченое. Все вкуснейшее. Вспомнили детство, дорогое? Ой, как же это вкусно.
Офигеть вообще. И подарок. Хочу сой сразу. Как дитё малое, действительно. Сука, умею радоваться мелочам. Вот вроде мелочь, но с одной стороны, с другой стороны. Нифига не мелочь. Радости полна жопа огурцов. Скорее давай открывай. Праздник нам приходит. Праздник нам приходит. Что там внутри, египетская? Твоя мышь, богомышь. Да, открывай уже. Блин, тут кулек целлофановый. Но он не завязанный, он такой. Буду доставать вот так. Ух ты. Вафли сливочные, коломенский. А производство чье? Откуда ты к нам приехала? Российская Федерация, Москва. Под Новый год тоже там и дерево любил смотреть. Я сам как Джерри. Ну и Том. Помните серию, когда там на праздничном столе столько еды всякой. Блин, руки жирные от колбасы. Вообще я вафли не очень. Вкусный сливочный вкус. Так, Шерил со сливочным вкусом. Опять вот эти. Бля, опять вот это. Я не люблю такие конфеты, нахуй. Я извиняюсь за мат. Джази. Нуга, арахис, карамель. Все-таки как-никак детский праздник. А я матерюсь. Вот что из меня вырастет? Где осталось? Как Сникерс. Кто помнит сыр и колбасу? Детство. Ставьте лайк, пишите комментарии. Можете писать свои истории из детства. Мне интересно даже почитать. Вы даже не представляете, что за преступление я сейчас совершаю. Ем колбасу целую палку, прям как мыша. Мыша, как Микки Маус. Что у нас категорически такое запрещалось. Большой семье. Аккуратненько отрезать надо. Сыр такой вкусный. Я прошу пардон, я очень голодный. Подарок 800 грамм. Стоит он 700 рублей. Темная ночь. Ну почему не южная ночь? Вот я их не буду кусать, блин. Во, ну вот шляпа вот эта. Я ненавижу вот с такой начинкой, вот с детства. Это не шоколадные конфеты, ого. Ковбой Джонни. Ну-ка. Вот хоть петельки удобно. Ну это вафли в шоколаде. Кстати, не очень. Вот эти сливочные мне больше понравились. Конфеты «Золотой дождь». Бля. Все.
Там прям так и написано, золотой дождь. Ну, опять шляпная, наверное. Ну да, фигня. Блин. Столько... Фу, опять старой бабкой завоняло. Ой. Значит, дед в автобус заходит. Садится. Напротив него бабка. Лето, жара. Она рогатку растопырила. Он говорит, могилку закрой. Она говорит, что мертвец зашевелился. Печенье коломенское. Ой, я такое первый раз вижу. Печенье сахарное, классическое. А где производитель? Московская область. А то, может, на подарки Москва, а конфеты, ну, поломалось печенье, печенюшка. Так, закон печеньки, главное вовремя вытащить. Еще горячий. И что же за большое? О, блин, зачем их? Самую туфту, как всегда, блядь. И ценник такой загнули. Что-то дерьмовое. Я думал, конфеты, как конфеты. Опять вот эта южная ночь, блин, беспонтовые. Даже не желейные. О, здесь вообще конфеты нет. Вообще этикетка какая-то. Что за ублюдочный подарок? Одна обертка только мне понравилась. А, вот она, блядь. Прилипла. Гляньте. Каково, блядь, мое детское, извините, разочарование. Это что за наедалово детей? Дед Мороз, ты что там вообще, что ли, пьяный, блин, был? Кто там твои подарки собирает? Гномы бухие, что ли, были? Нафиг мне эти грохотульки. Я разочарован. Вот, ну вот это сливочное нормально еще. О, это что, прям целая шоколадка, гляньте, супер. Как сникерс большой. Что-то дешманские какие-то, вот лишь бы сэкономить. Где наши конфеты вот эти? Без орехов. Дешевка, бля. Печенье говно. Мы чё, дети второго сорта, что ли? Я не пойму. Дед Мороз, блядь. Если ты это смотришь, в следующий раз мне не надо сладкого присылать. Пришли лучше ящик полусладкого. Это что такое? О, ничего себе! Красный Октябрь, да ладно! Девчонка с собакой. И у нее в руке конфета нормальная, а у меня какая-то, блин. Фу, шоколадный крем. Ротфронт. Красный Октябрь. Так. Ну-ка, ну-ка. Ух ты, а что она внутри какая-то с чем-то? Специально такая посыпка? Внутри мягкий шоколад. Вот это вкусно. Только ты, колбаса, меня не разочаровала. И сыр.
Там был какой-то кремлевский подарок большой. С кремлевской стеной нарисовано. А там стопудово вот эти. Мишка в лесу конфеты и вот эта вся ореховая страна. Это батончик. Идет вкусная. Прям орехами. Блин, это уже третий подарок. Или какой? Это, блин, шляпа. Во, батончик шоколадный. Тоже прикольный. Вот мы вот эти батончики, помню, мяли. А, не, он крошится. Тоже вкусный. Вот подарок Kinder. В следующий раз надо будет мне вскрыть, да? Мягкая карамель с печеньем. Ой, блин. Внутри печенье. Что-то не очень. Вот ореховая сторона. О, вот такие конфетки. Ротфронт. Матрешка с печеньем. Ну что, матрешка, как насчет долбежки? Посмотрите, какая матрешка. Какая на батончик похожа. Что-то здесь печенья нету. Так накрошили, наверное. Все, что я сейчас делаю, меня бы четвертовали дома нафиг. Батя сказал, ты чё, столько конфет понадкусывал? Колбасу. Сыр. Получишь. Это прикольно, как это вкусно. Каждой твари по паре. Ореховая. Ой, в три. Блять, тройничок образовался. Газель какая-то. Кипяточку надо. Ну-ка. О, с кокосом. Я съем. Кокос заваривается. Это вкусно. О, кокосовое мне понравилось. Это что? Шантарель. Чё, блин? Шантарель. Чё за шантарель? Опять. Блин, ну чё за шляпа шляпная? Где желейные мои конфеты? Хоть бы одна. Ой. Шантарель не берите, фигня. Батончик, шантарель еще. О, кокосовая. Так, джази. Опять батончик. Что-то по три их, что ли, блин, конфеты, не по две. Шерил со вкусом. Со сливочным вкусом. Не помню я его. Шерилс. Бля. Ел я такую? Да, красную ел, синюю не ел. Батончик. Мятный вкус. Грохотульки. Ой, даже не хочу шоколадную. Это там шляпа внутри. Начинка, не начинка, нифига. Темная ночь. Картошка. Оу. Грохотулька. Блядь, их уже 4, но ничего прикольное. О, кокосовая. Уже по 4 их начали, то по 2 было. Либо я уже все гоню, короче, все. Картошка. Смотрите, как выглядит.
проявляется. Я не люблю такую начинку. Это не та картошка. О, матрешка. Матрешка прикольная. Блин. Дюшес. А так пахло шоколадом. Фигня, дюшес. Короче, из прикольного здесь только вот обертка. Картошка, мятный, клубничный, рахатулька. Что, все что ли? И две рахатульки. Все. Ну чисто можно оставить, знаете, купить такую ради вот этого пакета. Нормальных офигенных конфет купить. Даринку туда бросить, игрушку какую-нибудь. И вот это подарок. А вот эта куча вот говна, я извиняюсь, по-другому не назвать. Слегка расстроен, разочарован из-за подарка этого. Но колбаса не подвела. И сырочек. Эх, НТВ, вы мои. Я чувствую, я уже так это... Слиганцухи, слиганца. Ланцадрица, гопцаца. Это настроение приподнято, покушал. Все. Это голодный был, злой как сволочь. Че ты... Говорит, черный как сволочь, ты Майдадыр читал? Ой, ладно, всем добра желаю, будьте добрее, праздники. Всех с наступающим. Блин, когда я уже спотыкаться в эти подарки перестану? Повелся на эту упаковку. Куплю нормальный дорогой подарок со вкусным шоколадом и забацаем. Всем добра, крепкого здоровья и большого счастья в личной жизни. И хочу передать... Тебе привет, моя жопка. Зараза такая. Тебе тоже крепкого здоровья. Ты самая-самая красивая. И не переживайте вы ни за что. С вами был Юрец. До новых встреч. Пока.